Доброе утро. Доброе утро, мои дорогие. А у меня вот такое утро. Ну, не прелесть ли? У меня впереди Крымский мост. Причем уже третий раз за год. И тут море. И там море. Я еще хриплая такая. Только проснулась. Но есть одна неприятность. У меня что-то случилось. Google меня не пускает в аккаунт. Не понимаю, почему. Вот приеду домой, буду звонить Дане. Пусть тещу спасает. Мне же надо видео выкладывать, а я не могу зайти. Ну, я думаю, что проблема это решится. Ой, не видно, что там такое происходит. Но что-то происходит. Посмотрите, какое количество птиц. Вон тут. С ума сойти. Что у них тут такое происходит? Да. Подлетайте, товарищи, подлетайте. Вот смотрите, летят и летят отовсюду в эту кучу. Вот они, опоры-то эти. Там люди на лодках. А что они там делают? Рыбу ловят, что ли? Наверное. Вот когда по самому мосту едешь, никакого впечатления. А вот когда едешь на машине рядом, там машина проходит, дорога проходит параллельно. Вот с нее впечатляет. А так что едешь, да едешь по мосту. Ну что, я вас поздравляю. Мы в Крыму. Да, после всей красоты, которую вот я снимала последнюю неделю на побережье Краснодарского края, грустно выглядит. Но что не так? Так, к сожалению.
Прям как в Крым возвращаюсь, так на меня какой-то депресняк накатывает. Что делать-то, а? Подскажите, как спастись от этого? Нет, понятно, там любимая работа. Сейчас начну опять украшения делать. Но все равно. Ну, отвлекаешься, отвлекаешься. Потом все равно накатывает. Так, ладно, будем держаться. В Крыму осень. Что желтая, что зеленая, что красная. И в Сочи вот такого нет. Еще. Какая же у нас страна огромная. Я говорю, в Мурманске вчера снег выпал. В Сочи все цветет. Тут осень. Где что? Джанкой. Следующая остановка моя, Симферополь. Хорошо бы на нем, конечно, доехать до Миши в Севастополь. Но я уже очень устала. Ладно, Бог даст, попозже съезжу к нему. А сейчас надо домой. Месяц не была дома. Месяца два дня, если уж точно. Бабушка-лягушка-путешественница. Осталось последние полтора часа дороги. Я уже сутки в дороге. Как вчера выехали из Адлера на электричке. Уже сутки. Ну ладно. Надо еще потерпеть, потом еще на автобусе 3 часа проехать. Еще во сколько вот будет? Не знаю. Ну ладно, заканчивается мое путешествие длиной в месяц и 2 дня. Спасибо вам, что были со мной все это время. Смотрели мои видео, со мной вместе путешествовали. Спасибо вам, мои дорогие. Я не всегда успеваю комментарии читать и отвечать, но я всегда с вами. Так, я пока еду до Евпатории. Придется там подождать автобуса до Черноморского. А может, такси будет? Жарко. Ну вот, мы уже в Саках. Мечеть. Все ближе и ближе. К дому моему
Вот сколько лет смотрю на этот музей, а вот чтобы съездить туда как-то не получается. Ну, сегодня волны какие на море. Вам, наверное, не видно. Ну, прям волны. Час ждать автобус, зашла поесть соляночки. Я люблю у них тут соляночку поесть. Сейчас объемся, усну в автобусе, пока до дома доеду. Ну вот Евпатория. Разве можно с Сочи сравнить? Как обычный какой-то городок. В средней полосе, не на юге, а в средней полосе. Но... ничего особенного, абсолютно. Подъезжаем. Все белое какое-то, и море-то не видно. Странная погода сегодня. В Симферополе солнце было, жарко. В Евпатории так себе. А тут вообще вон, все белое. Даже не подумаешь, что море вокруг. Ясно. Автобус несется, как сумасшедший. Трясется. Это так Черноморск по мне соскучился. Ой, правда, несемся так. Позвонила Вите. Сейчас он приедет меня встречать. Ну что, мои дорогие, я дома. Вот что творится. Не, ну это еще скромненько. Я думала, будет хуже. А тут уже и посылки мои полученные. Видите, что делается? Да. Ой, молодцы, цветы поливали. Ой, цветочки мои не погибли. А вот один, но он и был, не хотел. Ну и фикус вроде прижился. Ой, пылища, видите, какая. Смотрите, у меня перец цветет. Ай, обалдеть. Надо же. Азизифус весь. Перезрел, конечно. Чего ж меня месяц не было. Все, ничего мне не досталось. Ну, а тут вон висят от тяжести. Смотрите, какие. Он какой здоровый. Как поджаренный. Ой, смотрите, сколько. Ой, сколько. Ну вот интересно, как они. Дозрели, не дозрели.
Ой, розы все. Ой, камни еще цветут. Миленький мой. Еще цветут. Ой, инжир весь на земле. Весь. Ну, мне его все равно нельзя. Что теперь? Все, весь. Угу. Ну, вот теперь надо будет разбираться. Так, пойду-ка я включу водонагреватель. Ну, мрачновато, да? По сравнению с летом. Ну, ничего. Сейчас возьмемся за это дело. Все уберем. И все будет хорошо. Ой, девчонки, вот это все, вот это я все просто повытаскивала из коробок. Что по пакетикам, что по коробочкам. И вот это все мне теперь нужно будет первым делом разобрать. Потому что если я не разберу, а сложу просто куда-нибудь, все. Я забуду, и потом найду, может, через год. Вот, так что нужно все это разобрать. Металл к металлу. Вот такая штука замечательная. О, какая вещь. В общем, короче говоря, все это надо разобрать. Я еще даже не ела. И думаю, надо остановиться, пойти вымыться, поесть, а потом взяться. Ой, мои дорогие, вернулась Любовь Николаевна и привезла с собой дождик. И гроза была, и льет весь вечер, и льет, и льет. Я пошла в тот дом, вся промокла. Не, ну это очень хорошо, конечно. Осень должна быть дождливая. Ладно, лапуськи мои. Я сижу, ковыряюсь. Разбираю бусинки там всякие, все это. Что, куда, в какие коробочки. Ладно, лапуськи, давайте. Спокойной ночи всем. Бог даст, завтра увидимся. Ой. Ой, все будет по-хорошему. Берегите себя, пожалуйста. И вообще старайтесь не нервничать слишком много. Толку-то от этого. Вот я сама по себе понимаю, чего. Нервы трепем, 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 трепем. А толку от этого? Так что давайте радоваться каждому дню. Вот даже такому дождику. Здорово, так шумит, прям приятно. Ладно, лапоньки мои, давайте. Спокойной ночи. Ну и пока-пока. Вот под такой дождичек, как спится. Ой. Пока-пока, мои дорогие.